В Твери набирает обороты акция «Остаемся дома». К ней присоединяются все больше тверичей. Сегодня о своей поддержке и необходимости соблюдать режим самоизоляции рассказала исполняющая обязанности ректора Тверского государственного университета Людмила Скаковская. Дорогие друзья, берегите себя, оставайтесь дома, берегите своих близких, своих друзей, жителей нашего города, жителей нашего региона, страны, мира. Пожалуйста, оставайтесь дома. Ваш Тверской государственный университет, ваш гарант успеха всегда с вами и гарантирует успех только в том случае, если вы будете себя беречь. Мы всегда с вами.